эти кадры мы получаем непосредственно с места событий в режиме реального времени. Я напомню, что аналогичная акция прошла в пятницу. Тогда айдаровцы даже пытались брать здание штурмом. Они сломали входную дверь, перекрыли тогда движение транспорта по Воздухофлотскому проспекту. Командир батальона Мельничук тогда заявил, что в районе поселка Счастье по отступающим бойцам Айдара открыли артиллерийский огонь другие подразделения украинских силовиков. И вот теперь они заявляют, что готовы блокировать и резиденцию Петра Порошенко, если это будет необходимо. В Министерстве обороны Украины утверждают, что приказы о роспуске Айдара никто не подписывал. Подразделения лишь хотят переформатировать. Формальный повод – потеря печати воинской части, в которую входил батальон Айдар. Этот батальон – один из самых радикальных, жестоких. Он был создан в мае прошлого года для участия в боях на юго-востоке Украины. В него вошли активисты самообороны Майдана и радикалы из правого сектора, известные своей жестокостью.